выставляю печку, вот проем, ровненько стоит, по вертикали, все. И мне тут привет от термофора. Вот видно, да? По уровню стоит топочка, лазер. Да. Все по уровню стоит. Тут по уровню стоит экран даже, хотя экран тут не критично. А с баком проблема. Вот видно, что вот то вот пол кирпича сзади как стоят, да? И видно, как бак относительно них располагается. Он вперед завален. Вот, да? Уровень. И теперь смотрим здесь. О, какая щель. Почти сантиметр. Думал, что за фигня? Что где как? Даже вот паропереглеватель снял с этим, с отсекателем фактически, который роль играет. Думал, он тянет туда. Не, нифига. Начал смотреть, вымерять. Оказалось, что вот эта хрень приварена к корпусу топки выше на миллиметр полтора, чем надо. Сейчас покажу из топки вид, как это видно, как примыкание бака неровно выглядит. Видно, какого размера здесь сверху примыкание от топки. Вот где стоит сверху бак, возле дымохода и топка. Какое здесь прилегание? Маленькое. А здесь, на задней стенке, примыкание. Да там щель миллиметра два. Днище бака. И вот этим вот, вот этой частью вот идет примыкание. На топку ставится. Видно, да, вот, вот не закопчено вот здесь, вот не закопчено. Вот. А здесь все закопчено. Потому что здесь примыкание очень плотное, а здесь щель. Вот в этом месте щель. Вот передняя часть, где опирается. Вот. Примерно 41,5 мм здесь. А здесь 40 и чуть-чуть. То же самое, 40 и чуть-чуть. Вот так вот. То есть сейчас вот это вот надо будет миллиметра полтора здесь спилить, чтобы бак опирался полностью на вот эту вот кромку топки. Спилил малость, видно, да? Чуть-чуть спилил. Там, где лишнее было болгариным. И теперь вот ставим бак и смотрим, что же у нас получилось. Ну, во-первых, он уже вот, если смотреть по кладке, ровненький стал визуально. И так уже даже на глаз этот завал не ощущается. И смотрим, что нам говорит уровень. И уровень нам говорит, что все хорошо. Ну вот, исправлено. Косяк термофора заводской исправлен. Здесь все на месте, так и стоит. Вот.